Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Азинхролиплей, первый сервер. Мы не Кирилл Питбуль. Итак, друзья, все-таки мне починили комп, и я снова могу пилить видосы, так что с вас обязательно, давайте наберем 100 лайков, просто 100 лайков, снова будет серия, и все будет хорошо. Так что давайте побольше активности теперь в комментариях, на видосах, просто ставьте лайки и подписывайтесь обязательно на канал, кто не подписан. И забывайте про конкурс, какой проходит на моем канале на автомобиле. Так, извините, забыл радио вырубить. Ну, сейчас пойдем к бизнесу, потому что я его купил и так толком вам про него не рассказал и сам не посмотрел. Потому что, ну, у меня комп сломался. Сейчас все хорошо, в принципе. Так что вообще по кайфу. Просто по кайфу. Давайте я кину еще раз объяву. Обязательно приезжайте в мой спортзал. Просто обязательно приезжайте. Так, подписчики уже пишут, но я на серии отвечать не буду. Не хочу на серии отвечать. Так что поехали. Сейчас надо заправиться. Да, надо заправиться и поехать в бизнес. Заплатить за бизнес, заплатить за дом. Много дел в этой серии будет. Сейчас быстренько доедем, думаю. Будет все четенько. Едем на Бентли. Бентли. Вообще четенькая машина. Я на ней 500 км почти накатал уже. Ну, в принципе, я не жалею, что ее купил. Мне она нравится. Машина прикольная, интересная. Быстрая. 150 км едет. Это классно. Ну ладно, доедем до заправки, наверное, и продолжим. Блин, какие же мусора тупорылые, на посте просто меня втаранили, не пропускали меня. Хотя они даже, ну, они на мотоциклах стояли, тупо меня только что протаранили и все. Такие дауны редкие просто. Просто редкие дауны, реально. Блин, давно не играл, отвык от игры. Надеюсь на вашу поддержку, так сказать. По лайкам, по комментариям, потому что, ну, если что-то не так, буду снимать, просто я ничего неделю не снимал серии, и может быть отвык. Ну, честно, от игры я отвык, как-то очень отвык. Прям жесть как. Давайте сейчас заедем, починимся. Ой, что-то... Показалось, что какой-то пикап новый добавили. Надо будет, кстати, скачать новый модпак какой-то, тестируется, а то я его не скачал. Так, объяву надо кинуть. О, блядь, случайно с тачки вышел. Так, у меня есть пушка, если что. Стоим на красном. Соблюдаем ПДД, чуваки, не надо нарушать. Давайте напишем чуваку. Дорого. Я, наверное, заплачу уже за бизнес и за дом в Батырево. Напишу ему 30 миллионов, пусть отстанет от меня. Финка, кстати, 500 тысяч за неделю была. Ну, был лям. Но 50% забирает мафия, суки вонючие. Так бы у меня был лям уже. А так не 500 тысяч только за неделю заработал. А так, если бы не мафия, у меня был миллион, чуваки. Миллион за неделю, вы понимаете? Мне бы реально за месяц бы окупил свой бизнес, я думаю. Давайте напишем Батырева. Батырево. Чувак какой-то непонятный, хочет купить бизнес, но я его не продам все равно. Я его все равно не продам. Так что, чувак, ты не по адресу. Я его купил только неделю назад и продавать. Финка 200-600 тысяч. Ну так оно есть, чуваки, я сейчас финку покажу. Так, тюн. Если, блин, вы побольше бы туда ходили, было бы еще больше финка. Но мы до бизнеса доедем, я там уже финку покажу. Так, починились. Теперь, блин, надо выезжать обратно через этих мусоров тупорылых. Так, давайте проедем по бырику. Вроде бы все нормально работает с компом. Вроде бы. Как? Так, поехали. А то чувак задолбал меня, я написал, что я занят. Вот он мне пишет. Задолбал уже. Ну, иногда бывает, что, ну, не приходит, как его, финка, короче, ну, вообще прибыли за день нету, но бывает 500 тысяч за день, ну, это вообще шикарно, я думаю. Блин, чувак.
Какие же вы тупорылы, господи мой. Блять, что с этим сервером случилось, когда меня не было? Все какие-то тупые, тупорылые ездят, блин, непонятно как. Надо будет еще за штрафы заплатить. Но сейчас мы едем в Батырево. К бизнесу. Находится бизнес Батырева в GPS 648. Так что обязательно приезжайте. Сейчас я вам все там покажу и расскажу. Так, мы уже подъехали к Батырево. Сейчас заезжаем. Сейчас, наверное, сразу заеду и заплачу за дом и за бизнес. Оплачу их. Я вчера оплачивал, но я оплачиваю каждый день, чтобы постоянно было 30 дней. Потому что бывают разные ситуации. Ну, так само, как и меня неделю не было. Если бы я оплатил, допустим, на неделю, ну, он меня слетел бы просто-напросто. Хорошо, что я успел оплатить его. Тимоха, кстати, свой бизнес, по-моему, продал. Купил себе аптеку. Ну, не знаю, зря, наверное, продал, потому что аптека, думаю, неприбыльная ему будет. Ну, это его решение, в принципе. Так, глушим. Так, забегаем, давайте оплатим. Оплатить дом на один день, оплатить бизнес на один день. Так, баланс бизнеса 42 тысячи. Да уж. Давайте, наверное, снимем их. 480. Ну, финка по-разному приходит. Так что... Вот такие вот дела. Но если бы не мафия, я бы такие бабки бы рубил. Отвечаю, я такие бы бабосы рубил просто на этом бизнесе. Реально. Просто... Блин, сорян за красный, не увидел. Сначала. Вот здесь находится мой бизнес, где раньше был ППС или ДПС. Это просто шикарнейшее место. Отвечаю, мне этот бизнес очень нравится. Потому что здесь есть парковка для моей тачки. Ну, это я сам себе придумал. Есть парковка для вас, но вы не будете вот там на тротуаре ставить тачки. Вы можете сюда заезжать и ставить тачки. Просто. Тут поле есть, тут много места, где можно поставить тачки. Можно РПХи устраивать. Можно какой-то спортивный день сделать. Реально, вот вход, бесплатный вход, кстати, для вас специально. Ну, я никогда платный, вот у меня сколько бизнесов было, я платный вход никогда не ставил. И никогда не буду ставить. Я считаю, это не нужно. Какие-то 250 рублей, ну, друг рыжий хочет зайти посмотреть. Смотрите, что здесь можно сделать. Вы можете здесь спарту прием выучить, кунг-фу выучить, кикбоксинг выучить и удар с локтя выучить. Ну, реально, блин. Цены прям не очень большие, 50 тысяч, но за 20 тысяч вы можете кунг-фу выучить, там, всех нагибать. Кикбоксинг тоже, те удар с локтя тоже можете выучить, я считаю. Видите, у меня изучить. Я могу просто пойти так переодеться. Спортзал очень большой. Очень большой, блин, и мне интерьер очень нравится его. Вот здесь, кстати, переодеваться надо. Вот, я могу переодеться. Потому что я уже купил. Если вы покупаете, вам его второй раз не нужно. Если вы перезайдете, вам не нужно его второй раз. Пока вы полностью не изучите. Ну, смотрите, вы купили, вы вышли с игры, оно все равно у вас будет куплено, как у меня, видите? Оно пишет «приобретено». У вас тоже так само будет писаться, даже если вы выйдете и не выучите этот прием или стиль боя. Вот здесь будете тренироваться, здесь спарринги можно на деньги делать. Реально, можно спарринги на бабло делать. Ну, я думаю, это интересно. Можно будет устроить такой бои без правил. Можно будет устроить, в принципе. Я считаю, это будет круто. Велосипеды здесь такие. Не, ну это круто. Давайте я финку сейчас покажу. Смотрите, так. Бусинес. Видите, сегодня он еще ничего не принес. Видите, прибыль за день 218 тысяч. Но мафия забирает много бабла. Давайте посмотрим... Вот. 178 тысяч. Это было... Это сегодня. Сегодня он здесь 178 тысяч принес. Это мафия дохера забирает бабла вообще. Вчера он принес 68 тысяч. 7 числа, видите, он привел 49 тысяч. Так, 6 он вообще, видите, ничего не привел. Смотрите. Так, сейчас, стоп. А, вот. 6 число, чуваки. Почти 500 тысяч. Вы выкупаете 320 тысяч. Я купил этот бизнес. Сейчас. 3. 5 числа я его купил, и прибыль была за день 320 тысяч. Потом, видите, сколько бабла можно рубить на нем? Вот, можете посмотреть. Лям! Смотрите, миллион! Реально, кто-то миллион, смотрите. Лям!
200. Лям еще 500 тысяч, 500 тысяч. Ё-моё, чуваки, это жесть. За прошлый месяц он столько я бабла принес. Я в шоке. Жесть. Ай-яй-яй, вот это жестко просто. Просто жестко, я реально. Я в шоке просто. Я просто реально в шоке от этого всего происходящего. Давайте Бентли свою возьмем. Не, ну это просто жестко. Лям, лям за день, чуваки, вы выкупаете. Если бы мафия еще не забирала 500 тысяч, было бы вообще шикарно. А так лям, платить ни за что. Можно так, я могу так заехать к себе в бизнес и по полю подрифтить просто на BMW и на Bentley. Просто могу так бочком подрифтить. Много места просто, реально. Вот эти бизнесы в Южном, спортзалы, в Арзамасе, это ничто против этого бизнеса, потому что здесь площадь и место дохренища. Вы просто видите, вы можете сюда, блин, приезжать вот так, сходку здесь устраивать автомобильную, просто на этом поле даже. Там спортзальчик с пацанами приехать, припарковать все свои тачки. Реально, просто приезжайте, будет и мне приятно, ну, и как бы хорошее дело сделайте. Как бы мне прибыль будет идти. Советуйте друзьям, кидайте свободную группу, кстати. По поводу этого, этот видос кидайте в свободную группу, реально, чтобы люди приезжали, знали, что есть хороший спортзал Батырева с бесплатным входом. У меня единственный спортзал с бесплатным входом. Я ездил, смотрел, все платные в основном. В основном реально все платные. Поэтому обязательно приезжайте ко мне в бизнес. Вот спортзал. Можете так прописать. Он не всегда отображается, но думаю, я приехал, я вам показал. GPS пишите. 6 бизнес, 48 бизнес. Вот, 48 бизнес спортзал. Вот, выбираете. Если не отображается, просто спросите у админов. Там, не знаю, у прохожих спросите, там, игроков. Ну, возле автошколы, видите, вот автошкола и вот спортзал здесь. Реально, это круто. Я очень доволен, что я купил этот спортзал. Ладно, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. Заходите на Сиррайте и ждите новых серий. Всем пока. I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side.